Давным-давно была война, но память нам на то дана, чтоб помнить. В довоенное время в селе Глинково было 47 дворов. Такова статистика 25 года. Страшная война, начавшаяся в 1941-м, навсегда перевернула жизнь мирных сельчан. Многие ушли добровольцем на фронт и не вернулись. Героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в селе поставили памятник. Отдавая дань уважения своим землякам, жители Глинково приносят сюда живые цветы. Поклониться великим тем годам приезжают кадеты 18-й школы, депутаты городского и районного советов. День победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял горох. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Это очень важно, что сегодня и молодежь присутствовала здесь, которая будет передавать из поколения в поколение все то, что сделали наши отцы и дедушки.